чат. Если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. А так можно было? Вообще он меняться должен, просто он в Таркове не меняется. А, не меняется, тут тоже. Ох, ё-моё, надо на выход идти. Ожерелье. За 1 400 000, Аня. Да ты охранял. Художественный фильм спиздили. Давай, поехали. Заводи, блин, как баркас. Фух. Бывайте, ихтиандры хуевы. А у меня опущен визор, да? Блин, он такой чистый. Как будто вообще без визора. Ну да. Приятно, да? Угу. А где так еще один батарон? Оу. Аня. Тарелочка за 280 000. Я хочу до выхода. Ну иди дальше, там будет на домике через поле. Или рядом с домиком будет. Вообще-то к конюшням сходим, там типы стрелялись, может типов встретим. Да, чел наверху. С заборчиком. Что, стреляли по мне именно? Ходят наверху. Рядом с ним, да? Ну, он же забором где-то у меня, походу. Да, за зданием. Убил, кажется. Убил, мне за что. Подхожу. А ты за домом убил? Да, да, за беленьким домиком. Ну он тут стрелялся же с кем-то, то ли с ботами, то ли с чевиками. Сверху походу что ли? Или где? Слева? Не вижу. А, слева, слева, от сарая, от большого ангара. Убил? Убил, да. Можно еще есть аккуратно. Внутри ходит. Угу. И у меня еще слева один бегает. Бот. Или это бот? Не, не бот, не бот. Обходит сарайчик, этот большой ангар с твоей стороны. Ага. Хорошо. Угу, да-да-да. А почему так, когда ты убивал? Что, с определенной ночью оружие надо убивать? Да-да, там квест надо с автомата, с карабина. Да, чисто вроде наверху. Блять, ну этот, конечно же, Лёха сел лутать мой труп. Он сейчас скажет, а что ты мне сделаешь? Гранаты взорву, он нахер сейчас. А его можно гранаты взорвать? Как тут говорит? Why? Я тоже, кстати, заинтересовалась этим. Чё ты, пипега, полутал, блин? Лёшечка. Постреляй меня, я тебе сейчас подорву гранатой. Кыш отсюда. О, что-то за броня у меня такая интересная. Не броня. Ну-ка, допустим, если вот так. Подсумок имеешь в виду? Да, мне к вам перекинется. За квест выдадут. Либо купить может. Направо ушел, влево ушел, куда он делся? Влево убежал, не вижу его. Так, я по левой позади тебя иду.
Не спеши особо. Блять, по мне. Не понял откуда. Не знаю, не понимаю. Сангара, походу, внутри. Еще передо мной вот двое. А, не-не-не-не. Прям сени у меня в упоре. Передо мной. Убьешь? Одного убил. Блять, ну, у меня тип где-то в мосту. Ну в ангаре еще должны быть, скорее всего. Смотри, может сейчас твой мост будет поджимать. Я понял. Блин, темно там в окнах, не видать ни хрена. На мосту так, наверху? Приду-ка я вот тут. Не на мосту, они уже на ангар прибежали. Там бар. На мосту. Да, этот свалил. Это вот, скорее всего... Шайтан, ты убил его, да? Да-да-да. Может, он влево ушел? Сюда вот как раз? Ну да, это, скорее всего, ты убил. Может быть... У меня персонаж алкоголик. У меня еще один. Убил. Живи? Да. Хорошо. Вот, или стреляют. Поднимаюсь в ангар. Еще? Убил. Живешь? Блин, я зашивалку не взял. Ё-моё. Может, у них нет, есть... Нет. Так-то, блин. У меня есть чуть-чуть скин. Не понимаю, где. О, есть, есть. Все норм. Ты ходишь? Я бегаю. А, ты. А, они открыли дверь. О, автомобильный аккумулятор. 90к. Тяжелый, наверное. Нормально. Добавь резкость. Ты бегаешь? Так, ты понял. Нет. Ты Аня? Ты один. Ко мне подходит запад. Да, чеваки. Подо мной ходят. На первом этаже. С какой стороны? С нашей стороны, с твоей стороны. Нового убил. Наша или твоя сторона? Прямо подо мной. Я понял, что по тобой, но. Противоположная от вас сторона. Минус это, один упал. Да. Двое. Минус, значит. Ты шел двоих. Может быть еще есть. Аккуратно. Так, Ком-1 это же самые дешевые, да, наушники вроде? Да. Самые конченые. Это реально просто мини-движение, просто чуть-чуть. Это мини-мини-движение, все равно слышно кусты. Да ты, господи, отстань от кустов, Аня. Не могу. Это же, ну почему нельзя так сделать таркой? А как основной комьюнити будет играть? Ты, блин, вообще, что ты такое говоришь? Просто минимально, буквально вот на миллиметр. Ой, нихера здесь типа уже с фалом. С фалом уже, нихера себе. Вот фал, кстати, серьезная вещь, помнишь, мы играли? У меня двое. Живи. Ух ты, не вижу. Уйди, не вижу. Двое там. Убил. А что? Ай, ну это че лоботы, господи. Ну что, и двое. Страшно же. Че пристали вообще? Чего? Точность. Ты просто говоришь. Точность? Здесь нету такого. В смысле, он не настраиваемый параметр. Нет, я про отдачу. Надо, чтобы ее больше было, получается. Ну, в статистиках. Да, зелененький, значит, да, лучше. Да. Ну вот 75 больше, на М-ке, то есть почти, грубо говоря, 100. Четверти не хватает. Ой. Может, мне реально хуже. Потому что, может, у тебя на мониторе там что-то накручено. Я могу с телефона сфоткать. Да, вот, если с телефона сфоткаешь, тогда будет понятно более-менее. Блядь, ёб твою, меня убили. Блядь, их тут еще двое. Сорвали? Тут еще двое их. Вон крайний камень. Он не за ним. Видишь одного, Шитенч, видел? Дерево перед тобой. Правое дерево. Да, видел. Сейчас к нам пойдут все равно. На камне, да. На камне тусуются. Пусть к нам идут. Они встретим их тут просто. Меня сейчас будут. Ты
Ты стреляешь по ним? Я почти в голову попала, но не попала. Стоял, стоял, потом резко хоп и... Тебе, наверное, больше надо бы прижиматься к ним. От правого ко мне тебя пикать. Ладно, я один раз застрелила, может, не понял. Ну да, конечно. Да, да они сидят. Видел, шайтан, дерево за камнем. Которое? Левое дерево. Вот это вот дерево, это? Да. Вот это, видишь? Да. Хорош. И в упоре еще один где-то сидит. Видел, шайтан, он за вот этим камнем большим, в упоре. Господи, как не пройти никак к нему. Тебе надо было на ферму эту заходить, да? Я ж поняла. Опа! Хорошо, спасибо. Прям по башке, да-да-да. Да-да-да. Иди в жопу. У меня прям проток. Двое, что ли? Да, там у тебя внутри еще один. Внутри убил у тебя. Ага. Еще с другой у стороны. У меня где-то тут. Слева будет. Гранату готовят. Кинул грену куда-то аккуратно. Это не ты стрелял. Это он. Убил от него. Хорош. Я хилюсь. Ты вот этого убил, да, наверное? Да. Который он с тобой сидел. Ухи, кстати, неплохие они. Если у тебя дефолт нет, тут у тебя более-менее. Тут эмка еще одна. Броник четвертый. Ты в четвертом бронике ходишь? Угу. Хера у него эта аптечка, блин. Чемодан чисто такой белый, большой. 102-й калаш, написано 180 тысяч стоит. Чего, блин? Затюнингованный просто. Да, он затюненный. Каску я забрала. Так у тебя третья вроде, выкинь ее вообще нафиг. И один лучше с типа, и вот еще у тебя под ногами еще одна четвертая лежит, забрала. Все. Блядь, чел тут уже у нас внутри есть. Сейфы уже открывает. А это бот? Что? А что здесь бот делает? А вот это не бот. Он спрыгнул, что ли, жулик? Подожди. У меня убили тиммейта, блядь. По низу пробежал. А второй где?
второй там все еще. Терминатор, блять! Тихо, тихо. Так. Гранаток нету. Гранату готовят. Не надо лагать, игра. Кажется, минус. Да. Так, 102-й калаш. Пока что так. А сумка есть нормальная? Сумок нет нормальных. Нормально так залетели туда. С двух ног. ...768 лута, 3 килла. Пойдет. Надо энергетик брать на начало, блять, типа перед нами. На начало катки. Что? Он уже здесь? Что это был за звук? Где-то бот бегает. И бот, походу, бегает. Нихера себе тут дяденька-то. С какой волыной. Смотрите. Мне показалось, было двое. Граната? Дымовая граната. Так, ну-ка. Уф. Мне показалось, это чевок стоит. Смотрите, вот две ноги. И он такой смотрит вот так вниз, типа целится, видите? Чисто вот такой силуэт, который, растопырив ноги, целится вниз куда-то под себя. Кто там? Чевок там крадется к выходу. Дальше, что ли, прошел? Ага. Ага.
Стох он? Стох. Кстати, кажется, это его тиммейт. Вот этого, в начального типа. Похоже на чеваков. Да. А, так можно было? Я не знал, что там есть вход. Шланги, это все херня. Это можно бахнуть. Каску надо его уместить куда-то. А куда? Это вот это еще дар. Хотя это 110 стоит. Зачем такая дешевая? Это ж новый ган, добавленный в игру. Я тогда... Вот этот просто скину. Зачем я тут выдумываю? Brother, you hear me? If you want loot... This market. Three body. Побежал, побежал. Лям. 154. Найс, отлично. Два чувака. Не шмотки вроде, но деньгами вам вернут то, что вы потеряли, когда его встретили. Что там происходит? Оба с MP5-ми, да? Повезло. Килься, ёптать. Это бот. Готовы. Ну что вот тут, ребятишки?
Ох, блядь, пугаете. Ого-го-го. Это хороший ключ, чат. Это, по-моему, это лям. Темочка. Может, она в сумку не помещается. Ну, я полетел. Лям 200. Походу, да, это тот ключ. Здесь вы можете изначально купить любое оружие, какое захотите. Единственное, что по уровням на локацию вас не пустит на какую-нибудь хорошую, дорогую локацию. Вас не запустит из-за маленького уровня. А так, в нее можно играть, в эту игру, в любое время. Захотели, вот пошли. Захотели, через полгода зашли. То есть, если нету вайпов и нет прокачки... Это чевыки там, что ли, у вас? Летить. То есть даже если здесь будет вайп, да абсолютно пофигу, потому что здесь, я же говорю, нету прокачки. Самое страшное в вайпе Таркова — это прокачка. Потому что вам опять делать все эти квесты, нести, блин, газаны всяческие, вот это вот. Тут, в принципе, этим не надо заниматься в этой игре. Кто-то вот там топнул. Похож на чевок. Ладно, пожертвуем гранатой. Не орёт. Или боты тут на флешке не орут. Только на осколочные. Чевок, да. Готов. Опа. У нас хорошие типы. Я ходить не могу. От крыса, бля. Еще есть, походу, наверху. А, это бот. Вообще звучит как бот стреляет. Сидят они, сидят. Ну, надо ролик будет делать с этими моментами. Сегодня хорошо в этой игре настреляли типов. Причем начали с того, что нашли красную хрень за 1,5 миллиона. Потом еще одну. Потом еще одну хрень за 380, что ли. Но правда, на полученные деньги я купил вот этот бесполезный ключ, блять. Но в ролике мы об этом не скажем. Пусть там будет такое повествование, что я нашел красное ожерелье, типа золотую херню. Собрался в нормальные шмотки и потом... Вот эти рейды, где я с эмочкой расстреливаю типов. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.